Оптимисты, охотники за удачей и отважные. Команды пенсионеров со всего края соревновались в меткости, скорости и жизнелюбии. В Бийском доме престарелых провели краевые веселые старты для тех, кому за 70. 7 команд – это хорошо, потому что в этом возрасте очень сложно заставить человека, чтобы он двигался, занимался, да, спортом. А тут вот они приехали с радостью, с удовольствием. Я еще, когда проводила 2 года назад соревнования, у нас было чуть поменьше, по-моему, 5 или 6 команд. Вот. Ну а в этом году вот уже больше. В веселых стартах участвовали жильцы домов, интернатов для инвалидов и престарелых со всего края. Организаторы в этом году решили упростить программу соревнований и убрали некоторые сложные дисциплины. Так марафоны заменили эстафетами. Пенсионеры соревновались в дарте, бросках, баскетбольного мяча в кольцо, ведении мяча клюшкой и шахматах. Победители определяли по сумме очков. В итоге золото у команды из краевой столицы «Отважные». Отметим, что средний возраст спортсменов 75 лет. И хотя у них достаточно взрослые, участники веселых стартов не теряют оптимизма и верят в собственные силы. Сложного не сложно, но мы как уже дедушки старенькие, конечно. Ну, как-то волнуемся по-своему. Вот кидали мяч, кольцо. Ну, в детстве это легко было, конечно. Мы кидали, все в баскетбол играли. А сейчас уже годы большие. Ну, хорошо кинули, хорошо.